Привет, друзья, с вами Людмила Хамула. Давайте с вами посмотрим каталог компании Faberlic номер, какой он там, 11, по-моему. А, нет, 12. 11 у нас текущий. Вот такой вот каталог, что-то тут новый для рук, по-моему, кремы. Так, каталог будет длиться с 21 августа по 10 августа. Угу. Что-то посчиталось, показалось, как будто 2 недели. Нет, 3 недели получается. С 21 августа по 10 сентября уже, мать честная, уже и сентябрь на носу. А я все. А, нет, 2 недели будут длиться. Смотрите, 21 в августе сколько? У нас 31 это... А, нет, 3 недели. Господи, извините, я тут запуталась. Так, Grand Prinks. Любимые продукты в новой упаковке. Смотрите, трехступенчатая программа. Гель для рук, химический пилинг, ну это у нас был уже, да, в фиолетовой упаковке, 60 мл. Нанести на очищенную влажную кожу рук, подождать 7-10 минут, смойте теплой водой. Дальше скраб для рук, тонкая шлифовка. Дальше и крем выбираем. Формула омоложения, либо жидкая перчатка, да. Формула омоложения, в общем, смотрите. Интересные упаковки сделаю под бархатные ручки. Бархатные ручки, мне нравится дизайн. И здесь такой же. Со скидкой, кстати, он. Они скидки до 55% скидки. Это что такое новенькое у нас? Надо будет смотреть. Стартовая программа. Обновилась, что ли? Или просто напоминает, что она есть. А, конкурс Faberlic глазами детей. С 21 августа по 30 сентября заходи на сайт конкурсfaberlic.com. Загружай детские рисунки на тему Faberlic и участвуй в розыгрыше наборов. 3 набора выигрыш. Для мам 3 набора One Week Miracle. Потом 11-15 лет 50 наборов NFOW. 6-10 лет 50 наборов Love. И 50 наборов Uma до 5 лет. Конкурс проводится среди детей 3 возрастных групп. Победители будут определены случайным образом. Подробные условия на странице конкурса. В общем, на конкурс заходим и смотрим. Дальше. Желтые ценники на парфюмированный гель для душа и дезодорант спрей для душ. Ой, для тела. Ой, простите, нужно 2 взять, чтобы сработал желтый ценник. Мур-мур также участвуют, любые 2 продукта. Urban Legend для него и для нее набором дешевле. Любой аромат товара для нее, для него тоже дешевле набором. Так, Beauty Cafe Caprice и классический Queen Ship. Скидка на тени запеченные. Помада. Матовая стойкая помада. Со скидкой. Туши со скидкой, спрей Oxyology со скидкой. Oxyology тоже скидки есть. Куркума. 50% скидка на сыворотку и 40% скидка на крем. Крем у нас какой? Ночной. Скидка на эксперт краску. Любой оттенок краски минус 50% скидка. Так, Нуки зубная паста. Нуки от всей... От всех скуки. Так, Бонжорни. Сорок процентов скидка на маленький Global Oxygen. Кислородный бальзам. Набор 4529. Сюда кислородный крем для век и кислородный питательный крем для лица. Океанум. Океанум у нас по акции. Крем-маска для лица питания и мист. Эликсир не пришел. Нету. Надеюсь, когда-нибудь выйдет. Распробовали, так сказать. Сыворотка для лица против всех видов морщин. На какой крем? А, на маску для лица.
Ой, извините, ши и декольте акция. Биомика. Beauty Lab маска 50% скидка. Detox с древесным углем. Она неплохая маска. Но от нее потом ничего. Все окружающее надо отмывать и отстирывать. Черная. Так, гиалуронка у нас. Ночной крем плюс гель для умывания. Набор. И мицеллярная вода плюс дневной крем. Можно два набора сразу взять. Омега Хит крем. Универсальный. 50% скидка. Также наборами тут гель для умывания плюс тоник, дневной плюс ночной кремы. Любые две бабл маски, каждая по 679 тенге. Набор крем для кожи вокруг глаз и дневной крем Miss Skinny. Пенка для умывания ISIL по акции. Тут что-то пишут. А, не до скрипа пишут. В последнее время стали писать не до скрипа почему-то. Гидрогелевые патчи ISIL тоже по акции. 40% скидка. Green Karma. Мыло, маска и гель для умывания по акции. Сыворотка для лица гиалуроник. Корректор глубоких морщин. 40% скидка. Давно я уже перестала ее что-то брать, надо будет возобновить. Там просто 10 мл, мне вообще ее мало хватает. Я же на все лицо наношу, а не точечно. Так, прибор со светотерапией для омоложения и чистки лица. 40% скидка. Сыворотка с коллагеном по акции. Дальше массажер для омоложения шеи и лица тоже со скидкой. Вибромассажер со светотерапией для ухода за кожей вокруг глаз и губ по акции. Маска Себа Баланс с 50% скидкой, с 50% скидкой. Прибор для ультразвуковой чистки кожи по акции. Так, программа «Идеальное тело». У нас что тут, на что акция? Активный моделирующий крем для тела с охлаждающим эффектом. Автозагар скидка. Массажер для лица и тела тоже по акции, 40% скидка. Кварцевый скребок скидка. Программу Оксикарбокси по акции, которая в коробочке. Маску нужно отдельно покупать. Третий шаг. Гардерика 40+. Дневной крем плюс ночной крем плюс крем для кожи вокруг глаз. Вот в баночках это для сухой кожи. Набор дневной крем плюс ночной крем. Реноваж 50+. Блум. О, я возьму, попробую. Что-то тут такое интересно. Блум. Совместная разработка лабораторий Фаберлик и Нейлис. Город Бордо, Франция. Для любого возраста биокапсулы с клетками Эдельвейса предотвращают появление морщин. Что это такое? Сыворотка-активатор для лица я возьму обязательно. 30 мл, тем более Блум мне нравится серия. Ну, по крайней мере, вся мне нравится, но больше всего я люблю розовенькую. Защищает кожу от вредного воздействия окружающей среды, предотвращая повреждения клеток эпидермиса и уменьшает раздражение. Обладает антиоксидантными свойствами. Серия на основе клеточных концентратов жасмина, ириса, туберозы и эдельвейса. Здесь и жасмин, и ирис, и тубероза. Мои любимые запахи, ароматы. Хорошая новинка. Сколько здесь у нас? А, 30 миллилитров. Один сайтюбик, конечно, так себе. Ну, посмотрим. Так, это уже в Вербене была новинка. В Ботанике тоже было желтые ценники на Ботанику. Два нужно взять, чтобы сработал желтый ценник. Так, новинка. Что это такое? Это концентрированный тональный крем. Концентрированный. 20 мл. Ну, буду брать, пробовать, конечно же. Здесь есть фарфоровая слоновая кость. Вот Фаберлик, слоновая кость, она почему-то желтит. Хотя Айвори вообще, Айвори не желтый, а вот Фаберлик, он желтит. Так что я возьму фарфоровый. Максимальная концентрация одной маленькой капли хватает на все лицо. Буду брать, пробовать. 100% результат чего?
Высокая плотность, совершенное покрытие нон-стоп, оставляет бархатно-матовый финиш, витамин Е, мощный антиоксидант, защищает кожу от пагубного воздействия окружающей среды. Экономический расход. Так, Neo Serum по акции. Так, нету вроде бы. Так, эту я новинку уже взяла. Мне заказ пришел. Я уже одну часть сняла. Сегодня еще вторую часть сниму. Надо будет с вами видео снять с этим тональным кремом обязательно. Я взяла светлый нюд. Кисть 40% скидка. Для чего? Не знаю для чего. Смотрите на странице. Посмотрим. Кис-пруф помада. 45% скидка. Хорошая помада. Эта помада вообще мне не понравилась. Как, лаковая, но она не лаковая, не помешана. Липкая на губах. Вообще надо посмотреть, уже перебрать свои помады. Половину можешь выкинуть, что-то новенькое купить. Так, любой оттенок помады. Soft Nude тоже мягкая, пудровая помада с идеальным матовым ровным финишем. Палетка наливных помад по акции. Взяла же я гибридно гель масло новое, я уже протестировала, которое без перца. Вот этот вот я взяла и сияющий закат, и розовые грезы. В общем, с перцем мне понравился больше, девочки. Ну, я, конечно, еще отзыв оставлю, поношу. У него текстура другая, она более масляная. Здесь какая-то, вот знаете, плотное масло, что ли. Ну, в общем, больше мне понравилось все-таки с перцем, с перчинкой, так сказать. Бонус за покупку любая тушь со скидкой. Ой, эти туши уже аж не знаешь, где брать. Так, жидкие тени по акции. У меня они были, я их маме отдала, ну, чтобы не высохли. Очень классный, кстати. Но это надо, кто постоянно пользуется, чтобы они у вас не лежали. А я такой красильщик, визажист, так сказать. Подводки тоже по акции. Помада-карандаш в трех оттенках только. Пыльно-розовый, розово-фуксия и темное бордо. Больше нету никаких оттенков. Было больше их. Остались самые неходовые. Так, вот эту помаду тоже вроде бы как не планировала брать. Она мне подсушивала губы, но вы знаете, я ее быстро так истратила. Ну вот за весну, за лето я ее пользовалась, по-моему, зимой. Зимой она мне сушила. Сейчас она мне не сушит губы. Так что, скорее всего, какой-нибудь оттенок возьму, если будет какой-нибудь. Я брала вот это вот розовый-лиловый, красивый оттенок. Хочу, наверное, какой-нибудь взять, какой тут написано, мягкий розовый, что ли, можешь взять. Ну, тоже какой-то, вроде бы как, чтобы с цветом было и без цвета в то же время. А, вот, скидка на кисточки 40%. Желтые ценники на лаки лечебные. То есть, два берешь по цене трех. На лаки цветные тоже акция. Экспресс-карандаш для ухода за кутикулу. Бонус за покупку. Так, дальше. Так, это новинка была. Ой, как мне не повезло с парфюмом. Вы знаете, взяла три парфюма. Я, главное, сняла, побрызгала нормально. Сегодня по делам ходила. Начала наносить себе этот аромат. И пульверизатор сломан. Он, знаете, он не распыляет, а плюется. Не знаю, то ли сдать, но я уже коробочку выкинула. Как я сдам, я не знаю, обратно. Ну, сейчас в обратную связь что-то писать. Ну, как я буду пользоваться, если он оставляет вот эти вот, ну как, плевки. Он не разбрызгивает. Надо в обратную связь будет писать. А так классный аромат. Здесь фиалка, цветок османтуса, айва. 50 миллилитров. Здесь, по-моему, еще я видела, да, груша здесь есть. Слива есть, мускусно-амбаровый шлейф.
Наборы Дона Феличо, Ума Феличо по акции. На ароматы скидка. На Forest и Flowers. Flowers. Экологические ароматы, которые тоже акция. Набор Weekend и Valkyria по акции. Набор дезодорант, спрей и гель для душа. Офирик Сенсуэль. Что, мне кажется, одни парфюмы в каталоге. Жоли Жоли по акции. Аромия. Ваниль яблоко и аква бергамот. Из четырех вот из этих мне понравился бергамот. Ваниль, я уже говорила, очень хорошо, кстати, отпугивает комаров. Зеленый чай, сирень и фиалка. Ну, какой-то... Я вообще не люблю моноароматы. Я люблю, когда богатый шлейф. Можно, конечно, купить разные и брызгать на себя, но я люблю одним попрызгал и пошел. Любые два продукта 1649. Это у нас Lancelot, Glorious. А, это ароматы по акции. Господи, каталог, мне кажется, с одними ароматами только. Желтые ценки на Barber Lab. То есть два продукта нужно взять, чтобы сработал желтый ценник. Так, тоже купила мужу вот этот вот электробритву сеточную и сменный бритвенный набор. К 23 числу. У нас 23-го. Еще прикол вам расскажу. Муж у меня забирал этот заказ. Ну, и мне звонит, говорит, все забрал, говорит, этот. Что-то ты мне, говорит, там заказала бритву какую-то. Я говорю, ага. Ну, пришла домой, он говорит, что за бритва? Я говорю, ну, сниму, потом отдам. Я так говорю, тебе 23 числу. Он говорит такой, 23 февраля же уже прошел, ты что так с опозданием? Я как, давай смеяться. Я говорю, ну, во-первых, 23 февраля я тебе дарила подарок. Память девичья, да, кому дала, того забыла. А во-вторых, у нас 23 августа впереди. Он говорит, а, точно, на свадьбу. Короче, я ему купила набор вот этот вот на нашу годовщину свадьбы. Нам 9 лет будет 23 августа, нашей семье молодой. Короче, посмеялись оба. Ну, привыкли же, говори, да? Это тебе подарок 23-му. Уже даже месяц не говоришь, потому что 23 у нас как бы один, да, праздник, 23 февраля. Я говорю, тебе подарок 23-му говорю. Но у нас еще 23 августа есть. Короче, не знаю, еще не разбирался, но я его уже сняла. Видео выйдет, наверное, послезавтра с распаковкой заказа, с первой частью. Сейчас посмотрю. Времени катастрофически не хватает. Как отредактирую, в общем, так и выйдет. Так, салон Kia по акции. Краски, шампуни, сыворотки, спреи. Это тоже новинку я взяла, еще не пробовала. Сегодня помыла я давно... Видите, у нас в компании Фабрик постоянно выходят новинки каких-то шампуней, бальзамов, вечно тестируешь что-то. И я, получается, вообще раньше я любила с Арису. Мне все они более-менее нравились, кроме коричневой с вулканическим пеплом. Остальные мне нравились. И я соскучилась, купила же давно, стоит, думаю, ждет своего часа. Тут новый шампунь пришел, этот, потом медовый новый шампунь. Думаю, нет, достану-ка я Арису. И вы знаете, достала, какая красота. Какое наслаждение я получаю, когда мою голову. Вот действительно, вот это вот шампунь. Я взяла в этой камелии, по-моему. Ну, мне нравился и оранжевый, и желтый. Ой, и розовый. А это я белый брала. Так, эксперт. Надо еще вам как-то снять видео про электроприборы, про посуду. Кстати, посуды, сотейник был сначала в новинках, VIP-новинках, сотейник новый. Но мне он сотейник не нужен, но я думаю, ладно, возьму уже сотейник. И пока я там заказ собирала, и он пропал, в общем, из VIP-новинок. Может быть, в этом каталоге будет какая-то посуда новая. Возьму. Так, вы еще просили про посуду снять, про электроприборы снять. В общем, посмотрим, как получится.
Так, Blond Icon по акции. Бонус за покупку любой шампунь Ботаника по акции. Любой продукт со скидкой. Вот этот вот я взяла. Ну, пахнет, конечно, очень-очень медом. Ну, не знаю, еще не тестировала. Бонус за покупку. Любой гель для душа Витамания. Бьюти кафе. Желтые ценники. Два продукта нужно взять, чтобы сработал желтый ценник. Вот последнее время полюбила грушевое парфе. Очень мне понравился этот аромат. Так, бонус за покупку. Любой крем для рук, для ног. Happy Steps, Happy Hands. Так, скидка на дезики, на твердые, на шариковые Айдео. На выпустили новинку, что ли, для нее аромат или просто подчеркнули? Да, у нас, по-моему, их по два было спрей, а теперь три для нее. Эти-то все есть. Господи. А этих не все были. Так, ссылка для регистрации в компанию Faberlic есть под моим любым видео. Также есть Viber, Telegram, WhatsApp, можете пройти. Новинка. Что-то нежный кремовый аромат. А, мыло. Фигурное туалетное мыло Бегемотик. Ну, интересно, новинка, детям будет интересно. Вроде бы все, да? Ничего, или кажется, как будто бы пропускаю. Вроде пока. А вот это вот что у нас? Маска бальзам была у нас такая для волос. С розовым. Что-то сиреневое здесь. Ну, наверное, передает так цвет. Так, что у нас тут? Бонус за покупку. Любое соцсредство. Со скидкой. Так. Гель герметик и ночная сыворотка для отбеленных зубов. Вы знаете, вещь хорошая, вот эта ночная сыворотка. Гель герметик нет, надо, если срок годности вышел, надо в пустые банки отправить. Мне не подошел. Ну, потому что там заморочено так и пользоваться, и забываешь. А вот ночная сыворотка классная, в принципе, там несложно, но я тоже забываю пользоваться. Столько всем надо воспользоваться, что и времени-то нет. Любая зубная паста по акции. Так, БАДы. Что тут? Эндокринная система по акции. Не было этого в каталоге новинки по молекулярным БАДам, по-моему, в VIP-программе. Может быть, сейчас есть? Возьму. Какая-то мне там VIP-новинка заинтересовала. Я уж не помню, что. Что там было? Здесь я не вижу. Какая мне новинка заинтересовала? А, вот это вот мне новинка. Да, лецитин я хотела взять, но не было. Так, что хотела сказать по поводу молекулярных БАДов. Я особо не знаю там концентрацию, сколько чего. Наши БАДы, я имею в виду наши фаберликовские БАДы, они все только для профилактики, они не для лечения. Если у вас какая-то нехватка какого-то витамина, то они вам его не поднимут, минерала, там, витамина. Нужно сдавать полностью там раз в год чекап организма проходить, то есть анализы сдавать, каких витаминов, минералов там не хватает у вас, да, чтобы знать точно. Если, допустим, вы хотите, если вы точно знаете, чего у вас не хватает, то в компании Faberlic БАДы, я имею в виду БАДы, которые именно не молекулярные, но молекулярные там еще изучать надо, а именно наши, которые фаберликовские обычные, я хотела сказать, что это только для профилактики, но не для лечения. Концентрация
определенных веществ там очень маленькая. Там даже меньше суточной нормы, имейте в виду. Почему это, для чего так делать? Это чтобы безопасно для здоровья, ну, для вашего организма, да, потому что в основном люди не сдают анализы. Так, коктейли, велнесы, L-кератин, карнитин, а не кератин, карнитин. Так, пробиофул, мастоп, фитополис, цитроактив, секреты Востока, дигидрокверцетин, гепатофорте. Они все с покрасным ценником. А вот желтые ценники у нас на желудочно-кишечный тракт. Это Инжилакс, это Эндипауэр, это Алоэ Баланс. То есть нужно взять два продукта, чтобы сработал желтый ценник. Возможно, я воспользуюсь этой акцией. Я так поняла, что нужно два взять. Так, Артур Форте, Доброген, комплекс витаминов группы В, Energy Boom, Ютоник, черника, омега-3,69. Омега-3 тоже с акцией, с красными ценниками. Витамин D3 с 40% скидкой. Любых два травяных сбора по акции. Новый дизайн. Это подушка, которая с гречневой лузгой. Новый этот наперник. Нагречник. Так, акция акупунктурный валик. Дальше. Пластырь согревающий. Ой, девчонки, какой он согревающий. Он не перцовый, но с камфорой. Тут и мята, и метилсалицилат. В общем, у меня тут пришла, но у меня вечно же проблемы. Ноги болят. Ну, работа все равно связана с физической. Туда-сюда ходишь, либо стоишь. Короче, еще я живу от остановки далеко. В общем, ну, много я стала ходить в последнее время. И вообще стали больше суставы, естественно, болеть. Я тут пластыри что-то у меня закончились. Я, в общем, ногу ударила об полку. Ну, очень сильно там я ударила ногу. И я пластырем пользовалась, потому что у меня там гематома очень большая была. Опухоль была. Вот пластыри мне помогали. В течение 3 дней я ими активно пользовалась. А тут они у меня уже закончились, но я новые заказала. Я уже и новыми стала пользоваться. А тут решила вот этот согревающий пластырь. Они же, если перцовый там для других целей, то здесь я прочитала от боли в мышцах и суставах. Ну, думаю, мне пойдет. Ну, наклеила один пластырь, в общем, на коленку сбоку. Два пластыря детокс, который не согревающий, детокс положила себе на ступни. И один пластырь согревающий, вот этот вот с камфорой, положила на верхнюю часть ступни. Ну, и, короче, носки туда надела. Мать честна, горело все, я не могла уснуть, я долго ворочалась. Ну, блин, жалко, жаба душит, снять и выкинуть пойти. Но оно как, там пишут, если какие-то будут дискомфорты, то можно снять. Но мне не настолько было дискомфортно, но просто жара дома, жара на улице, я с этими пластырями согревающимися. И что вы думаете, кое-как уснула, ну, видно, все равно сон склонила. В общем, спать хотела я больше, чем вот это вот болело у меня. А там написано, нужно 24 часа ходить. Но я бы 24 часа все равно не ходила, потому что мне утром по делам сегодня надо было. Это я про сегодняшнюю ночь рассказываю. Ну, короче, где-то наглела в 11, в 5 утра соскочила от того, что у меня продолжает все гореть, понимаете? Я все сняла, прям вот все возле кровати кинула. В туалет сходила, вытерла влажной салфеткой и дальше спать легла. И такое облегчение было. Я не знаю, это, наверное, может быть, в зиму лучше делать. Ну, когда все горит, все и так тело горит, на улице все горит, здесь горит. Короче, кое-как. Но боль прошла. Возле коленки прошла боль. И прошла на ступне, на верхней части. В общем, вот результат, объясняю вам. Тут, правда, плечи показывают. Вот сегодня попрошу мужа наклеить мне, где позвоночник, где грудной отдел. Потому что я сегодня очень много в автобусах ездила. И везде, ну, подолгу, так сказать, ну, по делам. И у меня уж прям спина заболела.
Посмотрим. Ну, пластыри работают. Так, бонус за покупку любые прокладки по акции. То есть желтые ценники 2 надо взять, чтобы сработал желтый ценник. Здесь бонус за покупку любые аксессуары для обуви по акции. Дальше по акции. Дальше облегчить. Что тут у нас? Пластырь гидроколоидный от влажных мозолей со скидкой. Вот детокс пластыри. Их надо мне в следующий раз побольше закатить, их уже нету. Они еще и 40% скидка. Обязательно возьму прям штуки 3-4, потому что я 2 заказала, и один уже наполовину полупустой или полуполный, как правильно говорить, не знаю. В общем, вот. Вот они уже который раз в каталоге показывают, вот эти вот ночнушки. Качество огонь. И к телу очень приятно. У меня таких 2. И майки классные. Вот я бы еще бы заказала. Вот это вот. Ткань здесь приятная. Именно вот для домашнего хождения, для сна, кому удобно. Маечки тоже у них замечательные. Я бы еще заказала себе. Так, желтые ценники на Home Dome Green для посуды. А, на все, в принципе. Для освежитель воздуха, туалет, биосредство моющее. Так, листовой стиральный порошок. Ну, в принципе, я просто им удобно очень, понимаете? Он занимает мало места, закинул. Но я еще помимо этого еще добавляю либо гель для стирки, либо еще порошка сыплю. Мне вот не хватает немножко мыльности, что ли. И я бы не сказала, что он прям так сильно отстирывает. Но это у меня, наверное, у нас связано с этим. С качеством воды, с жесткостью воды. Вообще удобным. Ну, как бы я полюбила. И ловушку для цвета я полюбила. Что-то ее не вижу тут. Любой кондиционер со скидкой. На средства для дома всегда акции, скидки. Поэтому я на них особо никогда не останавливаюсь. Так, что еще у нас? Так, на салфетки, на губки, на тряпки. Акция тоже 40% скидки. На все практически. Бонус за покупки. Любая джутовая салфетка. Вот это вот 499 тенге. Такая цена прям 500 тенге. Можно за 500. Вот я хоть и говорила, не возьму. Но вот за ту цену, что продавалась, нет. А вот за 500 тенге можно взять, в принципе. Вот этот вот антибитум, антимошка очень хорошо отмывает, помимо того, что он предназначен для машины, да, для автомобиля, он дома скотч хорошо отмывает, там пластиковые окна, в общем, шикарное средство. Но единственное, вот я зеркало попробовала помыть, когда на пол капли стекают, когда брызгаешь, потом пол очень липкий. Вот про эту я посуду говорила. В общем, был доступен сотейник. Ну, думаю, ладно, бог с ним, у меня его нет, хотя он мне особо не нужен. Ну, подумала, может, там кашку варить, либо яйца варить. Думаю, закажу. Потом, пока я лясим-трясим туда-сюда, и все, и пропал этот сотейник. Ну, может, сейчас будет, закажу. Тогда уже и сотейник даже захотела заказать. Скорее всего, что-то тоже сотейник и еще что-то закажу. Даже меня хоть и смутила здесь цена, но буду пробовать, так сказать. Здесь у нас есть, смотрите, глубокая сковорода, кастрюля, не очень глубокая, я так поняла, и чё? И кастрюля, которая поглубже, и сотейник. Или всё взять? Ну, всё, сразу всё взять, это дороговато, и постепенно надо всё брать, так сказать. Все надо постепенно. Вся посуда у меня есть. Ножи есть практически, точилка есть. Вот эти вот аксессуары, утварь. А вот этот вот чайник есть. Вот эта формочка есть. Гейзерная кофеварка есть. В общем, в принципе, что-то пригождается, что-то нет. Что-то лежит. Так, новинка. Новая коллекция аксессуаров для ванной комнаты. Ага, тут у нас шторки.
голубенькая, серо-голубая. Серо-голубая мне нравится. У меня в прошлый раз какую-то коричневую брала, да. Потом карамельная. 12 колец в комплекте. Изготовлена из плотного полиэстера повышенной прочности. Водоотталкивающая пропитка, не требует сложного ухода. Шторка для ванной. Материал полиэстер, размер 180 на 108, серо-голубая, карамель. Серо-голубую возьму, карамельную у меня уже была. Возьму, пусть лежит. Дальше наборы аксессуаров для ванн. 100% фарфор, серые листья, да, и кремовые листья. Ну, серые листья, конечно, к серо-голубой лучше. Здесь мыльница для жидкого мыла и для щеток зубной пастой. Желтые ценники на полотенце. Два штуки берешь по акции. Что мягкий? Что это? 1, 2, 3. Тоже что-то? А, коллекция корзин ручной работы и полотенец в трендовой цветовой гамме. Так, подождите, я что-то здесь пропустила, по-моему. Здесь что-то рисуют, а не пишут. Можно стирать. Чего можно стирать? Ничего не поняла. Три размера. Так, можно стирать три размера удобной ручки в большой и средней корзины. Это про корзины. А, вот корзины для хранения. Материал 30% хлопок, 70% полиэстер. Большая. Размер 26 на 33, серая бежевая. Средняя. Размер на 20-16, серая бежевая. И маленькая, 14 на 10, серо-бежевая тоже. Маленькая. Это еще и универсальный органайзер есть. Универсальный органайзер можно использовать для маникюрных принадлежностей, кистей, для макияжа, зубных щеток, канцелярии. Вот этот вот органайзер мне понравился. Состав ПП пластик, нейлон, размер 18,7 на 5,7. А тут что? Вот эти вот корзинки, видите? Ну, тоже можно использовать и для полотенец или еще для чего-то. Так, акция. Для новых покупателей с 21 августа по 10 сентября. Бонус за первый заказ 2500 тенге. Зарегистрируйтесь по ссылке под моим видео. Оформите заказ на 7500 тенге. И 11 сентября вам будет начислен 2500 для оплаты следующего заказа. Ну все, мои дорогие, вот и весь каталог. Каталог, если честно, подарок. Деньгами всегда лучше, нежели чем подарком, да. Но если сравнивать по стоимости, то в текущем каталоге приблизительно цена такая же, как и в следующем. До этого подарки были немножко дороже, но смотрите сами. Деньги – это очень хорошо. Ну все, с вами была Людмила Хамула. Всем пока.